Итак, ребята, другой день. Следующий наш проект, который мы будем делать, это мы должны сегодня помыть запчасти, подготовить их для фотосъемки, чтобы в дальнейшем выставить их на eBay, наш магазин. Так вот, запчасти, которые вчера вечером разложили. Вот трансмиссия, тут вся наша ходовая практически. Так, это мы сегодня должны помыть. Я покажу, как мы это делаем. И также наш вот двигатель здесь. По двигателю мы должны еще разобрать. Я должен разобрать генератор, компрессор, гидравлический насос, ну и так далее. Здесь надо еще кое-что поснимать. Сейчас это все помою и покажу вам этот процесс, который я буду делать в данный момент. В это же время у нас на подъемник наш подъехала машина другая. Это Nissan 370 модель. Вот такая. Она весьма немножко низкая, поэтому нам нужно будет заехать на подъемник, поднять эту машину. Вот немножко такой вот обзор этой машины. Вы уже видели ее. Вот это моего сына машина. Должен поднять. И нужно эту машину довести до полного состояния, чтобы можно было на ней передвигаться и ездить. Это тоже мы покажем в нашем видео. Вот такой проект сегодня. Давайте я вам покажу. Только эта съемка будет в ускоренном режиме, чтобы вы посмотрели, как мы моем запчасти и готовим их для фотосессии. Ребят, добро пожаловать еще раз на Dan Spay канал. My life, my style, моя жизнь, мой стиль. Ну давайте посмотрим, как мы моем запчасти. Так, маленький обзор того, что мы сделали. Вот мы перемыли все запчасти. Пожалуйста, смотрите. Вот наша трансмиссия. Чистенькая, помытая. Двигатель как новенький. Я вот не знаю, дайте знать в комментариях, стоит ли мне раскрутить генератор, кондиционер, стартер, power steering, рулевой насос гидравлические, стоит ли его снять или оставить все это вместе и продать там. Дайте знать в сообщении. Так, мы сейчас двигаемся на маленький другой проект. Также хочу вам показать, мы подняли Nissan 370 модель на наш подъемник. Что мы здесь делаем? Мы снимаем здесь натяжитель ремня, он у нас гудит. Вчера меняли гидравлический насос, но мы думали, что шум днем, но нет. Сейчас мы сняли, вернее, мой сын снял, вот, пожалуйста, натяжитель ремня. Вот он. Слышите, как он шумит? Вернулся, за такой шум. Очень неприятный для слуха, когда двигатель работает. Ну что, мы это сделаем. Так что, ну, теперь продолжаем нашу небольшую рубрику. Вот я взял или беру лестницу. Хочу кое-что установить у себя на одном из зданий. Я купил фонарь, LED фонарь, и мы сейчас его будем прикреплять сзади, чтобы ночью нам было светло. Очень классная вещь, мы сейчас это будем с вами делать. Кстати, кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. У нас есть очень много чего интересного, что мы можем здесь сделать. В данный момент у нас идет подготовка к лагерю, который намечается через 2 недели. Здесь, на этой территории. А тоже сделаем такой маленький обзор нашего лагеря. Это молодежный подростковый лагерь, который будет длиться всю неделю здесь у нас на нашей земле. Поэтому засниму, также вам покажу это. Вот это одно здание на нашем участке здесь. И вот на верхушку, по центру, мне нужно закрепить и установить фонарь. Вот небольшой обзор. Там, где мы живем. Кому интересно, дам более подробную информацию, покажу. Если вам это интересно, оставьте в комментариях, расскажем, покажем, как мы поживаем здесь, в Сакраменто. Итак, давайте постараемся установить фонарь наверх. Друзья, вот, пожалуйста, посмотрите, вот такой фонарь я приобрел также на eBay. У себя установили мы уже 1, 2, 3, где мы еще 4. Вот это будет 5-й фонарь, мы устанавливаем, не надо никаких проводов, ничего. Он абсолютно заряжается, такая солнечная панель. Вот здесь вот видите. И ночью он сам включается и выключается. Очень классно. Имеет 2 положения. Попробуем вечером вам заснять и показать. Сейчас я его хочу установить по центру. С помощью своих сыновей. А вижу. Так, готов. Так, немножко шатаемся мы здесь. Ну ничего, у меня есть
страховая бригада. Если вам это интересно, дайте знать в комментариях. А теперь мы сейчас будем жарить сосиски. Ты готова? Ну все, поехали. То есть потопали. Ладно, ребята, мы с вами увидимся чуть попозже. Всем еще раз привет, ребят. Мы сейчас разжигаем огонь для того, чтобы поджарить некоторые сосисочки. Вам расскажем, как мы это делаем, да? У нас растет большой-большой эвкалипт. Смотри, какое большое дерево. Я знаю, сейчас ты будешь тоже снимать. Помоги мне собрать веточки для того, чтобы разжечь нам наш мангал, или как назвать его. Эвкалипт пахнет очень хорошо. Мы кидаем их на низ. Сейчас я попробую еще собрать. А меня сколько ты собрала, покажи. Собрать эту кору. После этого что мы делаем? Разжигаем. Посыпаем. А, да, точно. Вот таким вот углем. Посмотрите. Long charcoal. Сверху наши веточки. И после этого что мы делаем? Разжигаем. Разжигаем, правильно. Наша Авива говорит, что мы разжигаем. Мы разжигаем ветки снизу. Эвкалипт очень хорошо пахнет. Да, вы запах чувствуете? Аромат эвкалипта. Тебе не нравится? Очень. Только мы распалим сейчас веточки снизу. Этот уголь разжигается долго, что будет достаточно времени мне поехать в магазин. Я вас заберу с собой в магазин. Okay. Так что покажу вам немножко. Ну вот все, у нас пламя горит. Это достаточно, ребята. Куда? Кстати, подпишитесь на наш канал, чтобы вы попробовали, наши сосисочки, которые мы будем жарить. Спасибо. Ну и что, ты едешь с нами? Да. На твоей машине едем или на моей машине едем? Да, на что, мы на каком? На джипике поедем? Или на белой? На белой машине? Да. Я думал на вот этой машине поехать. Давай, садись. Что, смотри, какая машина. Поехали. Ладно, вы на этой, я на этой. Давай, я с мамой. И давай, садись. Так, мы отправляемся в магазин. Вместе с вами мы забираем всех наших подписчиков с собой. Да? Алива, ты готова? Да, готова. Ну, выходим, пристегивай ее. Итак, вот наша машина. Всем привет. Мы едем на машине сегодня. Да. Чтобы сейчас хлеб купить. И что еще? Мороженое. О! И мороженое. Молодец. А какое покупаем мороженое с тобой? Нет, мы будем покупать вафельками. С вафельками? Да. Хорошо. Мы сейчас выезжаем с нашего двора. Это наш двор. Нам надо торопиться, потому что мы растопили уже уголь, наши дрова. Поэтому мы попробуем по-быстрому проехаться в магазин. Ну хорошо, ребят, давайте вместе с вами увидимся в магазине. Все, приехали в магазин? Да. Так, за хлебом, да? Да, за хлебом. Так, нам надо по-быстрому найти хлеб. Да. Мороженое. Мороженое возьмем, да? Так, здесь хлеб. Вот здесь наш отдел хлебный. Хлебный отдел. Так, нам надо для сосисок найти хлеб. А вот. Это маленький. Вот там мороженое. Это большой. Вот мороженое, пап. Это самый неполезный хлеб, который есть. Но я думаю, что мы возьмем такой. Чего не полезно? Или возьмем, да. Еще возьмем другой немножко. Какое мороженое ты хочешь? Да. Вот это? Да. Окей. Папа. Это? Да. Часик. Да.
Что, взяли? Взяли хлеб, да? Да, я взял вот такой хлебушек. Больше питает. Завернуться в кисточку. И также мы взяли вот такой вот хлеб, фрич, на сандвичи, мороженое. Папа, я хочу. Вот мои помощники помогают. Лучок надо по-другому, Вио, подожди. Мы купили вещи, видите, теперь идем в машину, да? Да. Да. И встретимся с вами прямо возле нашего костра. Итак, мы приближаемся к нашему участку, где мы живем. Мы заезжаем, пожалуйста, это наш заезд. Итак, мы приехали к нашему мангальчику, или как правильно его сказать, я не знаю, барбекюшница. Делаем такую операцию над кулечком. Достаем самое вкусное. Кстати, хочу сказать, это польская сосиска. Это мне нравится. Мне нравится вот так делать надрезы. Я покажу. Вот такие разрезы. Нарезы. Нарезы. Это не обязательно делать. Ребята, ставьте лайк, если это вкусно смотрится. Кстати, поделитесь в комментариях, если вы когда-нибудь пробовали именно польские сосиски. Здесь жар нам хватит. Вот так примерно жарятся наши сосиски. Так, ребята, привет. Очень приятный, привет. Спокойный вечер. Кто-то здесь привет. С нами здоровается. Привет. Да? Ну, что, мы заканчиваем, да? Да. Заканчиваем сегодняшний только день. Сосиски. Сина, сосиски. Сосиски. Любишь? Да. Да. Хорошо, будешь кушать? Да. Ладно, что надо сказать ребятам нашим? Подписывайтесь, ставьте лайк. Тебя не понимаю. Комментируйте снизу. Если вы хотите вот такие кофты, идите в Advance Bay и купите. Он имел в виду футболки. У меня футболки. Есть. Только да. Я не знаю, где это футболочка. Да. Хорошо, ребят, всем пока. Большое спасибо, что вы были с нами. Еще раз просим, поддержите нас, подпишитесь. Пальцы вверх. Да? И не забудьте нажать на что? На колокольчик. Нет. Так, ребята, вы были с Advance Bay. My life, my star. Да? My life, my star. Сделай вниз. Ладно, все. Всем пока-пока, ребят. Сделай вниз.